теперь финальный вопрос. Кто был убийцей в первом ударе? О, я знаю, скотина! Это Билли Лумис! Это Билли Лумис! Он был парнем Сидни, его играл Люк Уилсон! Я победила, придурок! Я смогла! Я ответила! О, мне жаль, Тара, но ответ неправильный. Что? Нет, 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 это он! Это правильно! Верный ответ. Билли Лумис и Стю Мэтчер. В первом ударе ножом убийц было двое. Боюсь, теперь кому-то придется умереть. Нет, 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 Эмбер, я сейчас... Прежде чем включилась сигнализация.